Сетчатое ограждение сильно изношено. Во время игры в хоккей шайбы порой вылетают за пределы коробки, что становится небезопасным для прохожих и припаркованных авто. Оставляет желать лучшего и покрытие ледовой арены на Куйбышево. Новую жизнь хоккейная коробка получит уже в этом году. На ее реконструкцию потратят 20 миллионов рублей. Спасибо большое администрации, депутатам городской думы, которые первоначально нам выделили финансовые средства на проектно-сметную документацию. Она появилась, и потом уже вот на 23-й год, спасибо большое, выделены финансовые средства для реконструкции хоккейной коробки. Поэтому на сегодняшний момент 6 заявок уже есть. Сейчас проходят конкурсные процедуры. До 21 числа мы уже узнаем, кто же тот счастливец, который будет выполнять работы по капитальному ремонту хоккейной коробки. Особое внимание в проекте реконструкции уделили покрытию. Его планируют сделать бесшовным и пористым. Такое покрытие считается травмобезопасным для летних видов спорта, а также подойдет для заливки катка зимой. Также планируют установить баскетбольные кольца, мини-футбольные ворота и систему видеонаблюдения. Будут меняться и сетчатое ограждение, и сама хоккейная коробка ограждения, это и скамья запасных полностью будет меняться, осветительные приборы, здесь будет заново меняться освещение, то есть реконструкция, ну и, естественно, благоустройство рядом, здесь и асфальтированные дорожки, и подъезд к самой коробке будет, это все заложено. Работы по реконструкции планируют завершить к концу года. Самые частые вопросы горожан: закроют ли коробку для жителей и сделают ли вход платным. Обновленная хоккейная коробка будет доступна всем горожанам, кроме того времени, когда она будет закрыта на технические работы. Вход также будет бесплатным, пояснила Юлия Юртакина. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.